Здравствуйте, добрый день, здравствуйте, мои хорошие, мои сладкие, пусястые ребята. Сегодня у нас гетеросексуальные юристы, вторая часть. У-ху! Те, кто на Твиче, скажите, пожалуйста, стоит категория, что у нас Феникс Райт? Есть Аторни, так сказать. Да, качества на Твиче нет, к сожалению. Простите, но я ничего не могу с этим сделать. Это Твич, вы можете пойти на Ютуб. Вот. На Ютубе у нас как бы сидят уже люди. Я вот уже вижу наших строгих модераторов. Гюнтер. Пока других модераторов не увидела. Вот. Так что всегда можете пойти на YouTube, а если вы любите слишком чатик на Твиче, то можно всегда открыть просто чатик на Твиче и смотреть на Ю-пупе. Итак, мы сегодня начинаем вторую часть проходить из трилогии. Вот. Русификатор на нее все тот же самый, где у нас будет все хорошо. Ну, в общем, уже классика, так сказать, да? А вот, очень приветствуются ваши донаты, потому что месяц был тяжелый, а за квартиру платить надо, да, вот как бы. Да. Вот. Так, значит, это самое. По звуку все нормально, я так понимаю. Со звуком у нас все хорошо. Да, вот. Судебный поворот, часть 2. Что стало с теткой-монтажером. Так, после последнего видео все слишком переживают. Ребят, с теткой-монтажером все хорошо. Все хорошо, да. С ней все отлично. Никто ее не абьюзит, никто ее не унижает. С ней все прекрасно. Здравствуйте, Даша Пусисон. Вот. Попусисоньте, пожалуйста, тут в чате. Ну, понимаете, типа, попусисоньте. Итак. Дело один. Беспамятный поворот. Да нормально все с моим монтажером, отъебитесь. Все хорошо с ней. Начать. Беспамятный поворот. Отрывистое дыхание. Черт! Почему это случилось именно со мной? Довольно! Тебя пора остановить! Рюити Хорасё! Что? Это судья? Как? Что я такого сделал? Я больше не могу с этим мириться. Но ведь я простой адвокат. Молчать. Ты не достоин называться адвокатом. Сентября, 9:08, окружной суд. Зал ожидания номер один. Нихуя, тут графон вообще какой. Уф, чё только не приснится. Наверное, это все из-за мелодии на звонке. А зачем я вообще такую мелодию поставил? Да, надо же было умудриться заснуть перед началом заседания. А? Абонент положил трубку. Спасибо большое, Монтесура Химура, за подписку уже 8 месяцев подряд. Спасибо тебе большое, моя хорошая. Спасибо. Фух, наконец-то его нашел. Кто это, блядь, что происходит? Чуть было не влип. Блять, это что за Гандам Танака вообще на минималках? Адвокат, ты уж не обижайся на меня. Что? Несколько минут спустя, окружной суд, зал ожидания номер один.
Двойник Танаки пизданул меня огнетушителем по лицу. Ага, хорошо. Игра уже начинается, интересно. Ох, голова раскалывается. И почему у меня все прямо расплывается перед глазами? Доброе утро! Доброе утро. Что такое? Вы выглядите таким разбитым! Утром организм ощущает прилив бодрости. Куда подевался ваш боевой запал? Извините, может чуть-чуть как бы потише, да? У меня раскалывается голова. Так точно? А что, собственно, случилось? То есть? Ну, вы вроде из полиции, да? Мне показалось, что я попал в какую-то беду. Вы вообще о чем? Это же я попала в беду! Бедацу ее зовут. Ага. Господин Харасё, сегодня моя судьба находится в ваших руках. Судьба? Вы же пообещали! Пообещали оправдать меня! А оправдать? Боже, только не говорите мне, что он потерял память. От меня отмахнулись все адвокаты. Я уже окончательно отчаялась. Как вдруг прозвучало. Я вас обязательно оправдаю. Это сказали вы, Рити Карасё. Такое отношение растрогало меня до слез. Я этого никогда не забуду. О чем она вообще говорит? Честно говоря, я обожаю следить за судебными прениями. Я ваша огромная поклонница. Свободная служба времени, я прихожу сюда и... Ну что такое? Вы как-то необычно себя ведете и не сводите с меня глаз. Вы меня немного пугаете. Ой, извините. Похоже, без этого вопроса не обойтись. Я понимаю, это прозвучит немного странно, но... А вы кто? Чего? Как вы можете шутить над девушкой, попавшей на скамью подсудимых? Это так низко? Не-не-не-не-не, я не... Неужели все адвокаты так относятся к своим клиентам? Просто не верится! Нет, вы, наверное, меня с кем-то перепутали. Я... Да? Я? Я... Стоп, а кто я? Почему я ничего не помню? Нормально у нас Гандам, конечно. Слушания начнутся с минуты на минуту. Подсудимый ее адвокат, пожалуйста, проследуйте в зал суда. Тут уже начинается. Ну, не подведите меня, хорошо? Знакомьтесь с будущей Тяночкой Тонока. Всем приятного стрима и игры. Вот это? Вот это? Вот эта женщина будет встречаться с Итанока? А... Спасибо за АТСО. А она ему не годится разве в дочери? Я... Типа... Ну, я думала, понимаете, я думала, у Итанока, ну, будет женщина такая, как вот та, которая продавала хавку. Такая, типа, здравствуй, Итанока. Ну, ладно. Суд уже начинается, ну, не подведите меня, хорошо? Похоже, что я потерял память. Логично, логично. Ладно, надо постараться во всем разобраться. Судя по нашему разговору, я работаю адвокатом. Мало того, я сказал, что обязательно ее оправдаю. Как я вообще мог дать такое опрометчивое обещание? А, как же так? Это прямо какой-то кошмарный сон! Спасибо за донат, Боб, спасибо. Но такое ощущение, что все это происходит наяву. Боже, это что, он забыл Эджипусю? Он забыл Эджипусю? Пиздец, девочки. 8 сентября, 10 часов утра. Окружной суд, зал суда номер 2. Суд приступает к рассмотрению дела гражданки Ками Бидацу. Да, сторона обвинения готова, ваша честь.
Защита, что такое? А, это вы ко мне обращаетесь? А что, здесь есть другие адвокаты? Видимо, нет. Защита, вы готовы? Лучше пока отвечу да. Защита, ну вы готовы? Да, ваша честь. Минутку. Если ее судьба в моих руках, то мне следует быть предельно честным. Ваша честь, понимаете, я совершенно забыл... Защита, я даже не желаю слышать ваши оправдания. Поскольку подсудимая работает в правоохранительных органах, это дело вызвало серьезный резонанс. Поэтому при его рассмотрении недопустимы никакие промедления. Если не ошибаюсь, я вам уже об этом говорил. Вы что, забыли? Как вы догадались? Господин Мадзо, будьте добры, ваша вступительная речь. Да, ваша честь. Как вам известно, подсудимый обвиняется в убийстве своего любовника. Мало того... Адвокат! Гамагей, наша гамагей, я сейчас бомж, но все равно удачного стрима, Тильда. О, здравствуйте, Мари Мороз, здравствуйте. Спасибо большое за донатик. Мало того, они были коллегами. Он был сотрудником полиции. Полиции? Ты что, убила полицейского? Я его не убивала. К тому же, Зак и я, мы вовсе не были любовниками. Как бы там ни было, обвинение способно доказать, что это преступление совершила подсудимая. О, хорошо. Господин Бадзо, можете вызвать вашего первого свидетеля? Давно не виделись. Хорошо. Посмотрим, чего ты научился с момента нашей последней встречи. В этот раз даже не надейся на мою пощаду. Ага, а ты кто вообще? Обвинение вызывает к трибуне инспектора Итоноко. Ну все, начинается! Не подведи меня! Даже спешить нельзя. Мне конец. Свидетель, пожалуйста, назовите суду свое имя, фамилию и род занятий. Да, всем здорово. Чутка припозднился. Можете объяснить, почему Феникс потерял память? Привет, Кун, спасибо за донат. Его пизданул огнетушителем в зале суда, ну, на входе в зал суда Гандам Танака. А вот, поэтому он потерял память. Так как... Эджи Пусечки в этой части нет, а Гандам Танака пока что, ну, у нас очень непонятный персонаж, но симпатичный. Дрочить на этом стриме мы будем на Итаноко. Итаноко, вперед! Итаноко лучший! Вот. Это не Гандам Танака, это... О, это Гандам Ганган был? Пиздец! Это сын Гандама Танаки и Дани Гангана! Гандам Ганган! Пизда! Просто пизда! Срочно напишите Волтазару, что кого он воспитал, это же пиздец! Гон-гон-гон-гон! Это был Гандам Ганган! Пиздец, ребята! Я сейчас напишу просто. Я сейчас напишу Гангану. Сейчас. Даня, ты кого воспитал с Танакой? Ты кого воспитал? Почему твой сын ебанутый пизданул хорасё огнедушителем по башке, Даня? Даня! Уже вторая часть. Наконец-то. Так и всю трилогию пройдем. В третьей части много стекла. Ну... Это хорошо, стекло мы любим. Спасибо большое, Яр Ксимера, за донат. Спасибо. Не, ну, я не ожидала такого от сына Ган-ган-гандама. Для тех, кто не понимает шутки, у меня есть сап и донатер, у которого фамилия Ганган. Ну, я не ожидала от Даньки такого. Точнее, от его сына. Ну все, выключаем игру. Феникс забыл Эджи Пустечку. Кстати, удачного стрима, родная. Спасибо еще, яблочный пирог. Спасибо. Меня зовут Хироси Танока. Я инспектор полиции, занимаюсь расследованием убийств.
Чё у меня голоса судьи Танок так похожи? Я только что лишилась донатной девственности. Удачного стрима, тарелочка. Оля, но не Бузова, поздравляю с потерей донатной девственности. Спасибо тебе большое за донат. Ну, Спектр, что-то вы неважно выглядите. А, ваша честь, понимаете, посудимый является моей подчиненной. Он твой начальник? Да, пока я была курсанткой, он всегда меня выручал. Он потрясающий следователь! Я никогда не забуду то, что он для меня сделал! Спасибо за еще один донат, Боб. Да, хорошо, хорошо, я с первого раза понял. Подождите, это что, это Нока спит со своей подчиненной? Пиздец. Инспектор, будьте добры, опишите суду обстоятельства преступления. Так точно. Убийство произошло поблизости нашего полицейского участка, в парке Каприз. Потерпевший за Канодзу работал в местном отделе полиции. Его столкнули с верхней дорожки, где расположены скамейки. В результате падения он получил многочисленные ушибы и перелом шеи. Все подробности указаны во вчерашнем протоколе вскрытия. Речь идет о вот этом протоколе вскрытия, да? Не припоминаю, чтобы я его получал. Действительно, здесь указаны все подробности. На удивление, даже приводится точное время смерти. Ваша честь, при падении потерпевшего разбились и остановились часы. Суть подтвердила время смерти. Ваша честь, я бы хотел попросить вас приобщить этот снимок к материалам дела. Хорошо, суд принимает его в качестве улики. Итог, если мне не изменяет память... О, Петя, здорово! Спасибо тебе большое, подписка 14 месяцев подряд. Здравствуй. Чё-то в последнее время маловато ты у нас, зависаешь, или я тебя в чате, может, не вижу. О, Даня проснулся. Итог, если меня не изменяет память, на вчерашних предварительных слушаниях упоминалась одна очень важная улика. Да. Да. Да? Ну что же такое? Защита, неужели вы об этом забыли? По телу потерпевшего была обнаружена важная улика. Разве? Да потихо, все, с вами все в порядке? Ну, понимаешь, я так сильно разволновался, что у меня все повылетало из головы. А? Но так себе ведут только полные профаны. Ладно, я вам помогу. В такие моменты вам следует обращаться к материалам дела. Материалам дела? Да, в них содержится информация об уликах и досье на всех причастных к этому делу людей. Материалы дела открываются с помощью кнопки Tab. Ага. Так, и что у меня есть тут это в материалах дела? Мобила. Не помню, что это за телефон, как он у меня оказался. Найденный по телам жертвы, исправляя близорукость и снимок. Ага, прекрасно вообще. Ага, кнопки Tab. А я смотрю, ты в этом неплохо разбираешься. Я хоть и работаю в полиции, но в то же время обожаю судебные заседания. Защита? Да, ваша честь. Вы находитесь в зале суда. Для болтовни есть другое время. Извините, пожалуйста. Ладно, надо обязательно заглянуть в эти материалы дела. Для этого надо нажать на кнопку Tab. Но сперва удостоверюсь, что вы все правильно помните. Что именно было обнаружено по телу потерпевшего? Ответ очевиден. Сломанные очки. Верно. Когда потерпевшего столкнули вниз, он успел выхватить очки убийцы. Он их так крепко сжал, что после падения они остались на нем. Эй, почему вы смотрите на меня таким недовольным взглядом? У тебя точно такие же очки. Да, это моя запасная пара. Но на месте преступления были найдены не мои очки. Точно? Понимаете, так совпало, что в тот день... Что в тот день твоя собака трахни меня. Спасибо за еще один донат, Боб. Вы становитесь папиком стрима. Понимаете, так совпало, что в тот день я случайно наступила на свои очки. Ну да, ну да, да-да, да-да, совпало.
Боже упаси. И Тонока не спит с подчиненной, пока у них крепкие рабочие отношения. О, крепкие рабочие отношения. Ну, крепкие... Я знаю, у нас с Джипуси тоже были крепкие рабочие отношения. Это. Спасибо большое, здрасте за донат. А чё, в смысле нету... Блять, реально нету категории. Сейчас, секундочку. Появилась категория? Не знаю, из-за того видоса нарезки с моими стримами у меня теперь прочные рабочие отношения, зачитываются мои интонации из того видео. Прочные рабочие отношения. Ха-ха, мажичись, я хотел бы предъявить суду еще одну улику. А ну, салаги, право руля, поднять паруса, якорь вам в жопу! Привет, наконец-то добрались до двух частей адвокатов. И да, с потерей комнатной девственности. Поздравляю, твой теленчик, с потерей комнатной девственности. Поздравляю. Поздравляю, да. О, так у вас имеются другие доказательства. Но ведь это достаточно веская улика. Хорошо, будьте добры, расскажите об этой улике. Показания свидетеля, веская улика. Кто здесь хороший мальчик? Ты хороший. Да, веская улика — это мой донат. Просто учеба жжет меня с потрохами. Я читаю вас. Смотрю, надеюсь, я немного разгружусь скоро. Давай петь. А то уже народ тебя успел позабыть. Возвращайся к нам. Спасибо тебе большое за донат. Помимо очков мы обнаружили еще одно более весомое доказательство. Во время свидания потерпевшего столкнулись с прогулочной дорожкой, где расположены скамейки. Однако он сумел написать рядом с собой на песке имя убийцы. Мне больно это сообщать, но он написал имя подсудимой – Ками. Когда мы нашли очки и увидели надпись, нам пришлось задержать ее по подозрению в убийстве. Охуеть! Блять, это что за Данганронпа вайбс вообще? Блять, да... То, что он написал ее имя, это нихуя не значит! Докажите сначала, что это он написал, а не убийца! Ёбаный на... Ой... Ваша честь, речь идет о вот этом снимке... О вот этом имени на снимке! Это же... Да, на нем четкое имя, видно подсудимый. Обвинение просит приобщить эту фотографию к материалам дела. Хорошо, суд принимает ее в качестве доказательства. Сначала на твою вину указывали только очки, но теперь выясняется, что потерпевший написал твое имя. Ну, я же уже говорила, это не мои очки. А что насчет его предсмертной записки? Блять. Вот, типа, значит, ты моментально, да, падаешь, ну, у тебя причина смерти – перелом шеи, и, по идее, ты должен моментально сдохнуть от перелома шеи. Но нет, ты еще такой, блядь, надо написать, что вот это моя бывшая, так сказать, вот, да. Ой. А что насчет его предсмертной записки? Меня подставили, я невиновна! Защита, можете приступать к перекрестному допросу свидетеля. Перекрестному допросу? Ну все, начинается, не подведите меня. Я бы с радостью, но что мне делать-то? Ну, сам не верю, вы сами на себя не похожи. По идее, сейчас вы должны разделываться со свидетелем. Каким образом? Я так понимаю, у меня нет другого выхода, у вас снова возникли проблемы. Ладно, я вас еще раз выручу. Смотрите, свидетели стороны обвинения всегда что-то скрывают и не договаривают. Следовательно, они иногда врут. Врут? Этого не может быть! Но разве этот инспектор... Мое везение 80 уровень. Написать вместо донатной комнатной. Понимаю, твой теленчик, понимаю. Спасибо за донат. Но разве этот инспектор не твой начальник? Порой люди врут, сами того не осознавая, например, потому что их подводит память. Да, я понимаю. Этот инспектор действительно производит впечатление рассеянного человека.
Интересно, что бы сказал Иже Пусечка, когда бы он увидел... Ой, то есть... Феник, что бы он сказал, когда бы он увидел Иже Пусечку? И такое, что это у него у меня за первое впечатление? Что это за красивый сексуальный мужчина? Ну, в итоге совершенно не важно, врут они или заблуждаются. Во время допроса свидетелей вам необходимо разоблачить их ложь. Защита, приступайте уже к допросу. Да, ваша честь. Эх, из огня да в полымя. Мне надо всего лишь найти ложь в его показаниях. Помимо очков обнаружили еще одно. Столкнулись с прогулочной дорожки. Написал имя подсудимой. Угу. Ну я могу до него просто доебаться, да? Как звали этого преступника? Знаешь, парень, я и сам удивился. Я до последнего отказывался это верить, но... Речь идет о моей подзащитной. Я его могу везде доебать, да? Блять, а почему написано, что она Бицудову, а так она Ками? Или это я просто дурак? Блять, почему изменилось управление, будто? Гандам Ганган, может, он и не убийца. Его знает, учится у сисястого органника. Орган в студию. Не, ну да, кстати, то, что он у органи под бадарган пизданул, он явно относится к этому сисястому. Блять, а как он написал бы, если у него перелом шеи? Или это не считается? Блять, ясно, все понял. Беспамятный поворот. Ясно, почему беспамятный теперь. Давайте просто доебем его, да? А насчет этих очков. Вы можете доказать, что они принадлежали подсудимой? Ну, из этих очков исправляют близорукость. Их оптическая сила более-менее соответствует зрению подсудимой. Да и их оправа примерно похожа на оправу очков со снимком на ее удостоверении. Хм... Что теперь делать? Минутку. Примерно и более-менее указывают на неопределенность. У вас есть более весомые доводы? Конкретные доказательства, что эти очки... Что это очки моей подзащитной? Ну, это... При падении на очки попал песок, и поэтому на них не осталось никаких отпечатков. Выходит... Выходит, вы обосрались, и вы не способны доказать, что эти очки принадлежали подсудимой. Выходит, да. Что? Аналоги, право руля! Поднять паруса! Якорь вам в жопу! Всем привет, я все еще хочу срать. Так сходи, посри, овсянка. Ну что ты это, что ты как маленькая. Спасибо за донат. Да, мне тоже нравится, что, блядь, песок стер отпечатки. Вообще, вы не знали, но он песок действительно обладает такими свойствами стирать отпечатки. Это магия. Что? Нет никаких доказательств. Ого, потрясающе! Какое ощущение! Во время свидания потерпевшего столкнулись с прогулочной дорожки. А, давайте да доебемся. А вы уверены, что его столкнули вниз? Однозначно, паре. На это указывает характер ушибов на его теле. Инспектор, продолжайте дальше. Да, он еще так далеко упал. А, это мы успели его доебать. Вы уверены? Извини, парень, ты слышал?
Вот эта фотография. Здесь однозначно написано. Ками. Хм, он прав. Подождите минутку. А? Някайте! Да, на снимке видна надпись Ками, но... Но ведь действительно, здесь явно что-то не так. Вот так и выглядит противоречие. Теперь надо показать суду улику. А-а-а, теперь я все понял. Надо бы еще раз заглянуть материалы дела. О чем понял-то? Он писал имя подсудимой. Я не знаю. Я ничего не понимаю. Такое детское обучение. Вы уверены, что эту надпись оставил потерпевший? На коже его пальца были найдены характерные царапины от песка. Кроме того, под его ногтями были обнаружены частицы песка и земли. Да, ее определенно написал потерпевший. Плохо дело. Если все это правда, то у нас возникают серьезные проблемы. Господин Карася, держитесь! Не опускайте руки! Легко сказать. Мне прям не терпится увидеть ваше наступление. Насту... Чё? Ну, когда вы показываете саду улики. Показываю улики? А, вспомнил! На этом моменте игра издевается, не говоря, что теперь можно показывать досье. Тоже долго тут ебалась из-за этого LUL. Ну, она издевается, я вижу, я вижу. Спасибо, Чарочка, за бицы. Знаешь, я уже вспомнила, о чем идет речь. Ура, вы наконец-то пришли в себя. Ах да, чуть не забыла. Чё? Говорят, что тебе саду можно предъявлять не только улики, но и досье. Памятный поворот был, когда впервые появился Эджворд. Потому что именно тогда Феникс без памяти влюбился в него. Красиво, красиво, яблочный пирог. Спасибо. Спасибо вообще за такой донатик в тему, так сказать. Вот, сейчас говорят, что можно предъявлять не только улики, но и досье. А ну-ка, вправо руля! Поднять паруса! Якорь вам в жопу! Под ваш стрим отлично срется. Спасибо. И да, я просто обожаю Никомару. Ох уж эти мускулы. Моя слабость. Блять, то, что чем... под мой стрим отлично срется, это как-то, ну, не очень звучит, я вам хочу сказать. Типа... Ну ладно, кто спасибо, овсянка. Мальчик? Ты хороший мальчик. Хай, тарелочка. Как твое ничего? У меня все отлично. Отдыхаю, решила зайти на твой стрим. Люблю тебя. Ой, привет, голый мужик СПБ. Спасибо за донат. Вы становитесь папиком стрима. Смотрю, вы опять стали регулярно к нам заходить. Ой. Так, суду можешь передать не только улики, но и досье. Поэтому будьте предельно внимательны. Досье, говоришь? Хорошо, тогда попробуем еще раз. Так. Так, досье. А, что у него две М в имени? Господи, ты боже, дурдом! Он не помнит, что сказать! Почему вы молчите? Чё на меня нашло? Я сам того не осознавая, со всей силы закричал, протестую. А рука машинально указала в сторону свидетеля. Мое тело прямо переполняется энергией. Инспектор! Что такое, паря? Пожалуйста, назовите мне имя подсудимой. Зачитай, ты что за глупости? Хуёпости! Сейчас поймете, это очень важная деталь. Впрочем, господин Мадзо, давайте лучше вы мне ответите на мой вопрос. Будьте добры, назовите имя подсудимой. Чего вы этим добиваетесь? Подсудимую зовут Ками Бидацу. А теперь загляните в ее досье. И что с того? Тут же четко написано Ками Бидацу. Я вижу, до вас наконец-то дошло.
Объясните, что происходит? Ваша честь, я тоже ничего не понимаю. Смотрите. Потерпевший действительно писал имя Ками. И все бы ничего, но подсудимую зовут К-А-М-М-М-И Ками! О, сука, вот это улика, вот это просто опровержение. О, блядь. Это же явное противоречие. О-о-о. Ёлки, как же я это сразу ты не заметил? Но... Может, потерпевший не знал, как правильно пишется ее имя? Генератор, мы чиним генератор. Я обидел и вас. Прошу прощения. Да ничего страшного, овсянка. Все, бывает, бывает. Спасибо за донат. Может, потерпевший не знал, как правильно пишется ее имя? Так, блять, они мутили! Ты сам это сказал вообще-то, да? Они были любовниками, поэтому он не мог не знать, как пишется ее имя. Это что за мужики-то тогда нынче пошли? Если у него память отшибла, то он, получается, забыл Еджи кусечку. Если Еджи узнает, у него разобьется сердце, а Феникс не сможет пережить страдания своего парня. Так Фениксу будет похуй, он же не помнит, что это его парень. Адвокат! Арвара, это что, стримчик по адвокатам? С крепкими рабочими отношениями меньше, чем три. Удачного стрима, КСТ. Здравствуйте, Дио Смело. Спасибо большое за донат. Да, мы возвращаемся к нашим крепким рабочим отношениям. И чисто New Waver, спасибо за донат. Ребят, я очень извиняюсь, что я начинаю говорить от себя, тяну вместо реплик героев, но я не могу. Это, такой ебучий идиотизм, что я не выдерживаю, типа... Орфография, сука! А сейчас они такие, может быть, у него было по ЕГЭ, по русскому, там, я не знаю, 10 баллов, поэтому он написал так. А они такие, нет, он же был это, я не знаю, у него было ЕГЭ в 100 баллов. Вот, посмотрите, документ приложен к уликам. Потому что, Вот, короче, они это самое, они мутили, поэтому он не мог не знать, как пишется имя. Действительно, господин Бадзо. Да, ваша честь. Уверена, что подсудимые и потерпевшие Зак Онодзу состояли в близких отношениях. Абсолютно. Многие в участке знали, что они встречаются. Была грамота по русскому движонку. Да, он не мог написать безграмотно имя своей любовницы, потому что, посмотрите, господин судья, грамота по русскому медвежонку потерпевшего. И, значится, у него что? А у него второе место по школе. И, значит, доказано, что он не мог написать имя с ошибкой. И просто, знаете, такие создатели русского медвежонка. Хоть где-то, блядь, наша хуйня пригодилась, ей-богу. О, инспектор Итанока, пожалуйста, расскажите суду об отношениях между подсудимым и потерпевшим. Хорошо, ваша честь. Показания свидетеля. Подсудимый и потерпевший. Да верните мне музыку из первой части, это музыка отстой. Objection. Место второе, всего лишь второе, значит, не факт. Протестую! Второе место это не означает, что он мог бы ошибиться. Посмотрите, чтобы получить первые места, первые три места по школе, необходимо учиться по-русскому на одни пятерки. Поэтому ваш протест отклоняется. Ясно? Или я могу до бесконечности? Давайте еще это, посрёмся из-за русского медвежонка. Сержант Анодзу и сержант Бидацу начали встречаться полгода назад. Одни слухи, что они даже хотели пожениться. Так получилось, что потерпевший погиб день своего рождения. Камни, в смысле, сержант Бидацу, сделал сержанту Анодзу подарок. Она подготовила его заранее, еще 2 месяца назад. Я об этом знаю, потому что она обратилась ко мне за советом. Второе место значит, что он сделал ошибку. Следовательно, мог совершить ее и тут. Протестую! Давайте мы внимательно посмотрим на результаты потерпевшего по русскому движонку. Как мы можем видеть... Просто... Вам сейчас должен быть в голове фрейм Эджи Пусси, когда он пальцем себя бьет по башке, типа... Как мы видим, ошибся он в задании... Какой там самый...
Последнее задание, что там? Задание, последнее задание третьей части, которое идет на знание иностранных языков. Ну вот эту всю хуйню составить, типа, на каком-нибудь там древнебурятском напишите эту хуйню, да, как правильно переводится это. И как мы можем видеть, он отлично знает русский язык, и проблемы у него возникли именно с иностранным. Поэтому он не мог ошибиться в правописании русского имени. Будем считать, что у нас как бы... Ну, Ками — отличное православное русское имя. О! Да, они явно были близки. Но, тем не менее, случилось непоправимое. Понятно, хорошо. Защита, можете приступать к допросу. Так, ну чё, доебём его, да? Как мы можем видеть, имя подсудимой не русское и бурятское. Протестую! Ками исконно русское имя. И если вы этого не знаете, тогда, возможно, проблема у вас, господин прокурор Раритан. Откуда вы это знаете? Жду стрим по русскому медвежонку, кенгуру, американскому бульдогу, как бы. Ой, не, в пизду, просто в пизду. Спасибо за откуда из Москвы. В марте этого года наш состав проходил выездную стажировку. Ками в то время еще была стажером, именно тогда она сблизилась с сержантом Анодзу. У них завязались отношения. Я тогда тоже должен был ехать, но... Мне не хватило денег, чтобы платить дорогу, поэтому я никуда не поехал. Если б я поехал, мы бы сейчас были. Да, продолжайте. А, ой, ваша честь. Значит, это, о чем я там остановился? Типа, он говорит, что если бы он поехал вместе с этой девахой, то он бы был с ней вместе. Так все, у нас закончились гейские, как бы, драмы, у нас теперь гетеросексуальные. Тьфу ты, блин, надо стрим переименовать. У нас же все время стрим назван в противоположность ориентациям персонажей. Это что у нас тогда, гейские юристы? Раз они тут все гетеросексуалы. Тьфу, блядь, ну вас нахрен вообще. Ой, все, ваша честь. Значит, это, на чем я там остановился? Пожениться? Но ведь потерпевший был старше ее на 8 лет. А она любит постарше, да? А она любит дедов. И чё с того, паря? По-твоему, всем надо жениться в своих ровесниках, да? Нет, я не совсем об этом. Вы знали, что инспектор Итанока всего на год старше Зака? Такими темпами он не скоро женится. Паря, не суй свой нос, не свое дело! Блядь, мне какую-то ачивку дали! Доебаться до Итанока. Отличная ачивка. Его день рождения был 6 сентября. Значит, дева по знаку зодиака. Ага. Тот день сержант Анодзу закончил дежурить 17:30. Поскольку Ками еще не заступил в ночную смену, они решили много пройтись по парку. Все это напомнило мне о полной любви юности. Какое было беззаботное время. По-моему, вы и сейчас остаетесь беззаботным, но не юным. Ками, в смысле сержант Бидацу, сделала сержанту Анонсу подарок. Вы столько всего знаете о моей подзащитной? Ну, я же как-никак ее начальник. Я должен следить за своими подчиненными. Но вы даже знаете, что она хотела ему подарить. Вам не кажется, что вы немного перегибаете палку? Парь, думай, что ты ляпаешь? Я всегда знаю, что делают мои подчиненные. И пусть только кто-то попробует ее обидеть. Спасибо, на этом достаточно. Защита, хватит цепляться к свидетелю. Согласен. Я думаю, всем и так понятно, что свидетель неровно дышит подсудимый. Но все это не имеет никакого отношения к нашему делу. Подождите, что это вы взяли? А может, у Ками кто-то из родителей японец, и мама или папа решили почтить своих предков? Возможно, возможно. Все, забыли про русский медвежонок.
Спасибо за донат, голый мужик. Мне нравится, что Итаноко ведет себя как цундера, пипец. Не нравится мне она, он хуйню несет, арестуйте его. Итаноко сталкер? Блять, как вам такой концепт? Итаноко Яндеры, да? Чисто, знаете, сделать романтическую новеллу, где ты подчиненный Итаноко, и он тебя влюбляется и начинает тебя сталкерить, и потом в конце игры он запирает тебя в клетку и такой с бешеными глазами. Теперь ты будешь любить только меня. Больше ты никогда не посмотришь ни на кого. А твоего парня я его столкну. Все, мы раскрыли это дело, его пизданул Итаноко, ребят. Мы разобрались. Я не знаю, что тут еще разбирать-то. Не видела, прошел ли мой первый донат. Этот день все еще довольно плохо. Удачного стрима. Вроде не прошел, Sweet Street. Спасибо тебе большое за донат. Этот уже все прошел. Не переживай. Итаноко симулятор. Бля. Не, тарелочка, ты не права. Мы еще увидим крепкую адвокатскую любовь. Блин, дай бог, чисто не вейвер, дай бог. Парень, это все из-за тебя. Кто-нибудь арестуйте его. Он тоже виновен. Боюсь, теперь этому инспектору точно ничего не светит. Два месяца назад. Между прочим, она очень ебатная девушка. И что же она хотела ему подарить? Перчатку. О, перчатку? Какой-то странный подарок. Нет-нет, ваша честь, речь идет о бейсбольной перчатке. О, теперь понятно, бейсбольной перчатке. Итаноко как блиц за адского босса. Следит за любовными делишками своих подчиненными. Не, он влюблен в нее. Чего начали? Влюблен. Сюжет Анодзу просто обожал бейсбол. Бейсбольная перчатка. Доебемся. Вы сейчас сказали, что этот подарок она подготовила ему заранее, 2 месяца назад. Получается, она заблаговременно приобрела ее в магазине. Нет, немного не так. А как? Она ее заказала. Ее шили на заказ. На заказ? Ну да, перчатку изготовили на заказ. Перчатку. Да ты заебешься своим обжекшен, господи, обоссанный прокурор. Ваша честь, я не понимаю, каким образом эта перчатка касается рассматриваемого дела? Ну, судя по всему, она не играет тут никакой роли. Защита, что вы думаете? По-вашему, она имеет отношение к этому делу? Конечно, разумеет! Я не знаю, что это мне даст, но... Но надо доебаться. Конечно, имеет. Эта перчатка напрямую касается нашего дела. Да, надо идти до конца. Вот, теперь я снова вас создаю. Меня прям переполняют эмоции. Такое впечатление, что я не раз расспрашивал свидетелей подобным образом. Кажется, с помощью этой тактики мне удавалось разговорить даже с самых замкнутых людей. И не только людей. Хорошо. Просто, чтобы об этом зашла речь, надо выяснить все подробности. Я, кстати, принес ее с собой. Перчатку? Почему вы об этом раньше не сказали? Скорее покажите ее суду. Ну, я не думал, что она касается этого дела, поэтому... В общем, вот она, ваша честь. Оно невероятно желтое. Сержант Тадонзо обожал желтый цвет. Так вот почему ты ее сделал на заказ. Да, но была еще одна причина. Думаю, на этом хватит. Вполне очевидно, что потерпевшие и подсудимые состояли в близких отношениях. Да, ваша честь, вы совершенно правы. Но в таком случае возникает важный вопрос. Действительно ли потерпевший написал имя Ками? Понимаю, к чему вы клоните. Инспектор Итаноко, пожалуйста, расскажите суду об этой надписи на песке. Хорошо. Какой идиотский суд? Если Ян Зеленока будет говорить со озвучкой тарелка, игра будет истинным шедевром, клянусь. Ну, спасибо, Мари Мороз, спасибо большое за донат. Мяу-мяу-мяу! Вы думали, это какой-то обычный донатер? Но это был я, Дио! Спасибо большое за донат, это я, Дио. Спасибо, вы становитесь папиком стрима.
Итанока достает перчатку из ниоткуда, перчатка заносится в список улик, доказательное право из пятой главы. Просто здравствуй, просто как дела? Да, хороший комментарий, спасибо. Все вообще поебать. Первое дело, мы решили сравнить почерк потерпевшего с надписью на песке. Вы, экспертиз, почерка результатов не дала. Затем мы проверили указательный палец жертвы. Под ногтем были обнаружены частички земли и песка. На коже также имелись микроцарапины. Они указывают на то, что он двигал пальцем по песку. Благодаря этому мы смогли установить, что потерпевший написал им правой рукой. Но это же... Он не мог, там даже нет же... Там песок был бы раз... Ну, блядь, сейчас. Сейчас я вам объясню. Смотрите. Если бы он это писал, да? Там песок был бы вот под вот этим всем тоже бы он разъехался. А здесь он не разъехался. Почему мы опять доказываем какую-то хуйню? Как прошли выходные. Мне сегодня поставили очень неприятный диагноз. И после этого близкие друзья внезапно перестали быть друзьями. Твой стрим поднял настроение. Так что, спасибо. Да, пожалуйста, Sweet Street, обращайся. Насчет диагноза не переживай. Я тоже через такое проходила. И ничего, потом нашлись нормальные люди. Не кончи. Не расстраивайся. Спасибо большое, Sweet Street, спасибо. Так, ладно, давайте. Бля. Вполне логичный вывод. Защита, можете приступать к допросу свидетеля. Хорошо. А разве можно установить принадлежность почерка лишь по одной надписи на земле? Ах, профан, он и в Африке профан. Парень, мы ж те не дилетанты. Криминалистика нашей страны ценится во всем мире. Мы опять ушли от основной темы. Мы правы, ваша честь. Скажите, инспектор, что вы выяснили? Боже, я представил сейчас на месте судьи Манакумы, что то орнул от этого. Бля! Давайте его зачитывать теперь как Манакуму, да. Спасибо за донат, чисто New Waver. Получается, вам не удалось подтвердить, что ее оставил потерпевший. Эй, не надо смотреть на нас высоко. Я ж говорил, парень, мы тени дилетанты. Криминалистика не панацея. Это ж ее базовый принцип. Убила, что таком слышу. Я тоже. И я. В медицинской академии нам об этом ничего не рассказывали. Ну ладно, ладно. Я немного приврал. С кем не бывает. В общем... Указательный палец? Ну да, тот палец, которым ты вечно тычешь людям в лицо. Неужели вас это настолько смущает? Смущает? Да у меня сердце уходит в пятки такие моменты. Пока нет нашего любимого Эджи Пусечки, можешь поблагодарить за донат его голосом. А еще Яндери Тонока наверняка бы подружился с Нагито. Да. А, спасибо большое за донат, яблочный пирог. Вы не знаете, возможно, вы не заметили, но голос Бьяку и Эджи Пусечки абсолютно одинаковый в моем исполнении. Это как бы, ну, такая отсылочка, да? Спасибо. Спасибо за донат, яблочный пирог. Смущает? Да у меня в сердце уходят пятки такие моменты. Получается, вы осмотрели указательный палец жертвы? Да, мы сразу догадались, что раз он водил пальцем по песку, то о нем обязательно что-то будет. О, выяснили. И о чем это говорит? Ну, это говорит о том, что он написал им своим пальцем. Да, вот почему у него под ногтем оказался песок. Действительно. Ну, это еще не все. Микроцарапина? Да, но их нельзя увидеть невооруженным взглядом. Ой, вероятно. Конечно, вот вам и эффективность криминалистики. Они настолько маленькие, что нам даже понадобилась такая увеличительная штука.
Как же она называется? У нее еще такое научное название. Может, микроскоп? А, да, точно, он самый. Вот мы обнаружили так эти самые микроцарапины. Игра на стриме не стоит, в смысле? Я ж ставила. Блять, а почему? А что у меня за проблема вообще с категорией, когда я стримлю у адвокатов? А как вообще вторая часть называется? Именно вторая. У нее какое английское название, ребят? Так это не хотят стоять в рамках категории. Я заметил, да. Justice for All, да? Ага, Justice for All. Давайте попробуем поставить, что у нас именно вторые. Так, посмотрите, появилась категория, ребят, на Твиче? У нас пока и Танука флексит плечами под стрим. Да, такая категория у нас теперь поставилась. Уже хорошо. Justice for All, да, значит? Кто здесь хороший мальчик? Ты хороший мальчик. Эти адвокаты. Доброго вечера, солнце. Давно смотрю записи стримов по гетеросексуальным адвокатам, но никак не могла попасть. Даже на этот опоздала. Ха-ха. Собственно, доначу первый раз. Удачи в прохождении меньше, чем 3. Спасибо большое, злой лис. Спасибо большое, солнышко, за донат. О, это точно, он самый. Вот с его помощью мы и обнаружили эти самые микроцарапины. Даже я все еще помню название микроскопа. Ну, Заюш, ну молодец. Вы точно в этом уверены? Мы уверены в эффективности криминалистики. Даже не знаю, смогу ли я опровергнуть его слова. Показания однозначно указывают на то, что данное имя написал потерпевший. Ну, вам не кажется странным? Если Зак мог написать имя правой рукой, то зачем мне надо было делать ему подарок на заказ? Подарок? А при чем тут он? А у него... А рука левая рабочая, девочки! Objection! Инспектор, взгляните-ка сюда! Это что, сам перчатка, да? Эх, сейчас бы ха-ха-дру дела, не вот это вот все. Прошу, если у кого-то есть этот смайл, киньте его бицами, плиз. Спасибо, адвокада, за донат. Ну, ребят, у кого есть ха-ха-дру дел, да? Как бы человек попросил. Вы знаете, чем он отличается от других подобных перчаток? Я как даже об этом не задумался, но... Ну, во-первых, она ярко-желтая. Все. Да, она ярко-желтая, но это еще не все. Разве? Есть еще одно более важное отличие. Какое именно? Все просто. Эта перчатка рассчитана на левшу. Левшу? Уж не хвычу, она хвыту под правую руку. Бейсболи, перчатка носится на противоположной руке. Вот почему ее пришлось сделать на заказ. Скажите, вы когда-нибудь видели в свободной продаже ярко-желтые бейсбольные перчатки для левшей? Ну, нет. Инспектор, пожалуйста, еще раз напомните, какой рукой потерпевший написал имя на земле? Мы же это уже обсуждали. Взгляни на снимок. Видишь, он же явно написал имя. Стоп, не понял. Не забывайте, потерпевший был левшой. Мне даже... Как же я вас... Как я склонён? Господин Хорошев, скажите, к чему вы клоните?
А клоню я к тому, что вы тут все дебилы, да? Смотрите, на основе этих фактов можно сделать только один вывод. Левша не мог написать сообщение правой рукой, да? Следовательно, имя Ками написал вовсе не потерпевший. Порядок, слепой порядка, уходит. Уходи, мы никак не мог оставить эту надпись. Получается, Ками... Нет, неужели? Господин Мазо. Да ваша честь. Оба, я не сумела бы сомать причастность подсудимой к убийству потерпевшего. Наоборот, вы доказали, что она совершенно невиновна. Ура, у вас все получилось. У меня словно камень с души свалился. А я вижу смысла продолжать дальнейшее прения. Хвои, хорошо, вы меня снова удивили. Я? Вас? Ну, спасибо, ваша честь. Вас снова похвалил судья. Видите, вам еще рано бросать адвокатскую практику. Шутишь? Меня даже сюда силком не затянешь. Пошла пора огласить приговор. Суд постановляет гражданка Ками Бидацу. Нет, стоять! Гав-гав, я твоя собака, трахни меня. Я так ждала прохождения второй игры, просто уруру. Очень скучаю по Эджипусе. Кстати, можно ответить на донатик его голосом. Меньше блять. Я скоро могу записывать и голосовые поздравления голосом персонажей. Спасибо большое, святая Сенька, за донат. Спасибо. Да. Я благодарна тебе за такой большой и солидный донат. Так, ребят, ну, короче, это... Поздравление голосом Нагита с днем рождения, 500 рублей. Нет, стоять! Не, подождите, пожалуйста, ваша честь. Ухожу, мажу, и как это понимать? Обвинение еще не закончило. Простите? Excuse me! Мне бы хотел вызвать к трибуне своего следующего свидетеля. Чё? Ох, собственно, видел ваш свидетель. Он видел, как подсудимая столкнула потерпевшего. Кроме того, он видел лицо преступника. Не может быть! Ха-ха, тихо, сюда. Сейчас заседание будет, сделан перерыв. После его суд заслушает показания нового свидетеля. Я прямо как чувствовал, все протекало слишком гладко. Во время перерыва надо будет собрать как можно больше информации. Настоящая победа еще далеко. Суд уходит на 10-минутный перерыв. Продолжение следует. Сделайте судьи норм голос, это уже невозможно. Ладно, 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 все хорошо, хорошо. У нас была временная акция на голос судьи. Восьмое сентября, 11.43, окружной суд, зал ожидания, номер один. Вы потеряли память? И вы все это время защищали меня в таком состоянии? Ну... Но почему вы мне ничего не рассказали? Извини, надо было сразу. О, я знаю, как вам помочь. Говоря... Думаю, стоит сделать отдельный донат с твоей озвучкой Элджер Пусечки. Думаете? Ну... Ну, не знаю. Спасибо, Мишок, за донат. Говорят, в таких случаях организму нужна сильная стряска. Так, немного наклонитесь вперед. Сейчас я вас хорошенько тресну по голове. Не-не-не-не-не-не-не, давай без этого, Заюш, давай это самое. Вы правы, извините. Понимаете, я просто не могу пройти мимо попавшего в беду человека. Я всячески пытаюсь помочь, но ему от этого становится лишь хуже. Моя голова точно не переживет твою помощь. Сейчас важно не это. Сперва надо решить твою проблему. Можешь мне помочь кое-что вспомнить? Так точно! Давайте я сперва представлюсь, хорошо?
Мне кажется, или Феникс сказал фразу о Джипустёчке, а именно не может быть. Ну да, понимаете, он потерял память, но где-то внутри его подсознания всегда есть местечко для Джипусечки. Он всегда там. Спасибо, твой тюленчик, за донат. Не нужно. Мне уже хорошо известно твое имя. Я просто хочу выяснить, кто же я такой. Значит, меня зовут Рити, хорошо? Какое странное имя. Все серьезно, вы совсем ничего не помните. Знаете что, может быть, вот это вас как-то всколыхнет. Визитная карточка? Это вы меня ее вкручили, поэтому я ей очень дорожу. Ладно, я вам пока отдам визитку, но только не забудьте ее потом вернуть обратно, хорошо? Хорошо. На обратной стороне написаны какие-то цифры. А, это номер вашего мобильного. Визитка Рити приобщена к материалам дела. Ладно, нам сейчас следует обсуждать не мое состояние, а это дело. Так, а что за визитка? Давайте посмотрим. А, я думаю, ее можно рассмотреть. Не-не-не, верните голос судьи Манакуме. Мне нравится. Ну, народ протестует. Народ против такого голоса. Спасибо большое, Манакуме, за донат. Ладно, нам сейчас следует обсуждать не мое состояние, а это дело. Это дело? Да, можешь вспомнить хоть что-нибудь, что может пригодиться мне во время слушаний. Что-нибудь? Ну, даже не знаю. Мне в голову приходит только тот случай с мобильным, но... Мобильным? Да, когда я упомянула о нем в изоляторе, вы проявили к нему огромный интерес. Тогда скорее рассказывай о нем! Так точно! Это случилось в тот же день. Уже было почти 6 вечера. Когда мы гуляли вместе с Заком, я нашла мобильный телефон. Синий барсук. Неожиданно телефон зазвонил. Алло? Я владелец этого телефона, случайно его потерял. А вот скажите, пожалуйста, владелец этого телефона случайно не тот мужик, который меня по голове пизданул? Вот у меня есть такое ощущение. Есть у меня такое, который... Гам-гам-гам-гам. Это тот мужик? Ну, короче, ладно, все. Этот мужик у нас будет озвучиваться как Гандам. А, здравствуйте, я владелец этого телефона. Случайно его потерял. Как хорошо, что вы позвонили. Давайте встретимся, и я вам его верну. Договорились, я сейчас подойду. Но, извините, я не расслышал ваше имя. Да, я Ками. Мы договорились встретиться в 6 вечера. Мы с Заком его долго прождали, но он так и не пришел. А где сейчас находится этот телефон? Я вам его вчера отдала. А? Не? Неужели это он лежит у меня в кармане? Этот что ли? Вы думаете, он имеет какое-то отношение к убийству? Я, честно говоря, не знаю. Но если я проявлял к нему огромный интерес... Хе, тогда бан народу. Да тут это... Тут народу ни то не нравится, ни это не нравится. Спасибо, Напума, за донат. А, вот ты где. Ну кто так делает, а? Я тебе 100 раз набирала, но ты упорно не брал трубку. А когда я пришла в зал, там уже никого не было. Чё? Чё это за странная девочка? Неужели я с ней знаком? Ну, доброе утро, Ками. Доброе утро, Майя. Ну, как прошло заседание? Потихоньку адвокаты превращаются в Ранпу. Ваши адвокаты случайно не Ронпа? Спасибо за твой тюленчик. Да, я тоже очень рада видеть Майю. Ну, как прошло заседание? Я бы сказала, хуже некуда. Да не волнуйтесь вы так. Майя сумела добыть себе важную улику. Вот, Рю, то, что ты просил меня принести. Да, спасибо. Это что вообще такое? В нем указаны имена 20 лиц, а также их телефонные... В нем указаны имена 20 лиц, а также их телефонные номера. Надо сказать, достать этот компромат было непросто. Эти ребята явно не отличаются законопослушностью.
В смысле? Полиция сейчас расследует махинации одной группы мошенников. Мне кажется, они состоят в той группировке. Но какое отношение эти аферисты имеют к нынешнему преступлению? Я откуда знаю? А где ты нашла этот список? На, Рю, ты что, забыл? Ты мне его вчера дал и попросил пробить эти номера. А разве? Эти номера хранились в том мобильном, которым нашла Ками. Теперь понятно. Рю, в последнее время ты стал таким забывчивым. Надеюсь, меня такая участь обойдет стороной. Мое дело в том, что господин... Защита, перерыв прошел к концу. Будьте добры, вернитесь вместе с подсудимой в зал суда. Ну, а нам пора. Ладно, потом уже договорим. Пошли. Хорошо. Что ж, теперь у меня есть все недостающие элементы. Теперь все зависит от меня. Я не могу проиграть. Поторопись, Рю. Иду. Господи, как я скучала по маечке, ей-богу. 8 сентября, 11:54. Окружной суд, зал суда номер 2. Суд возобновляет слушание. Господин Мадзо, разрешаю вам вызвать своего свидетеля. Хорошо. Но перед этим, ваша честь, позвольте мне взять слово. Я вас слушаю. Понимаете, мой свидетель, он порой бывает излишне резок в своих суждениях. Поэтому я бы хотел попросить уважаемый суд проявить к нему снисходительность. Это все ни к чему. Просто пригласите вашего свидетеля. Я понял, ваша честь. Обвинение просит вызвать к трибуне своего следующего свидетеля. 6 сентября этот недоучившийся молодой человек гулял в том самом парке, где произошло убийство. О! А вот и он! Свидетель, будьте добры, назовите суду ваше имя, фамилию и род занятий. Боже ты мой, Дани, это твой сын! Как же он сексуален! Это же Гандам-Ганган! Как же он хорош, боже! Как же он красив! Это реально Гандам Танаку, посмотрите! Гандам умер в Ромпе, но он воскресился в судебном повороте. Мне еще нравится, что вначале как бы прокурор сказал, ну вы знаете, он немножечко ебанько, иногда такую может хуйню спиздануть. Я такая, бля, это точно Ганган-Гандам, он такой. У нас еще один суд, да, с Гандамом. Сперва я хотел бы уточнить один момент. Какой именно? Буквально секунду назад вы представили меня следующими словами. Этот недоучившийся молодой человек гулял в том самом парке, где произошло убийство. Разве? Я не могу с этим смириться. Вы выставили перед судом меня в самом неприглядном свете. Да, называть меня действующим студентом, вот так взять, просто поступить в заурядный колледж, у меня все должно быть по высшему разряду. Я повелитель тьмы, я не могу просто гулять в том парке. Да-да-да, я все понял, впредь я буду подбирать выражения. Кем он себя возомнил, а? Мне надо допрашивать... Его? Элитная одежда, элитные машины, элитные женщины, элитные очки и, конечно же, элитные хомяки. Очки? Но ты же не носишь очки! Хватит, судите, назовите ваше имя и фамилию. Ну, вот вы какой. А ты соскучилась по Эми и ее научной науке? Не, по Эми что-то не особо. По Эми я не соскучилась. Спасибо за донат, спасибо. Ой, какой-то Гандам на пафосе. А обычный Гандам не на пафосе, вы хотите сказать? Крё. Точно Гандам. Еще и в шарфике. Да я говорю, один в один просто. И характер такой же. Реально, только хомяков не хватает. Я хочу быть его элитной женщиной. Ой.
судьбы решили задавить молодой побег властью и авторитетом. Низость старшего поколения не знает границ. Вы думали, что подавили меня, но не тут-то было. О, извините, впредь я буду вести себя подобающе. Хорошо, я вас прощаю. Так и быть, я представлюсь. Меня зовут Элиот Марахея. Но если вам так угодно, можете называть меня будущим студентом элитного университета. Господин Марахея, в день убийства вы гуляли в том самом парке, да? Я смотрю, вы прямо озабочены этим словом. Раз вам так угодно, можете его использовать. Но напоминаю, я уже давно не ребенок, чтобы гулять во всяких там парках. Я, между прочим, будущий. А, понятно. Расскажите, что вы видели, когда гуляли в парке? Ну вот, опять это слово. Гуляли. Да, мне тоже интересно, что он хочет поступить в какое-то элитное учебное заведение. Для абсолютных, да, Заюш? Да, мистер Маракуя? Свидетель, давайте уже перейдем к вашим показаниям. Показания свидетеля. Что я видел? Всю первую половину дня я провел в парке в размышлениях о своей жизненной ситуации. Я не запомнил, сколько тогда было минут, но я уверен, на часах было 6 вечера. Все случилось прямо на моих глазах. Неожиданно откуда-то сверху упал полицейский. Надо еще этот смех. Я машинально глянул вверх и пересекся взглядом с юной, прелестной девушкой. Естественно, я просто не мог не запомнить такое милое личико. Это была подсудимая. Ах, да, я видел кое-что еще. Вместе с полицейским на землю упал банан. Что? Банан? Эти показания однозначны. Однозначны? Рю, ты слышал? Да-да. И это все? Как ты можешь быть спокойным в такой момент? Странно, сейчас я должен волноваться, и тем не менее, мне вообще похуй, да, как бы. Может быть, это потому, что я верю своему клиенту. Крё! Он выгуливал там своих хомячков. Ахахахаха. А, но он стесняется это сказать, да, что он выгуливал хомяков. Я понимаю, да-да-да. Спасибо, голый мужик, за донат, спасибо. Ками? Да, если она его не убивала, то это значит, что он врет! Он наглый лжец! Защита, вы можете допросить свидетеля? Я любой ценой добьюсь правды. Ну что ж, доебемся. Чё, блядь, за банан, нахуй? Сейчас, давайте я сразу спрошу его про банан. Банан? Ну, не совсем банан. Скорее, несколько бананов. Откуда они вообще там взялись? Я и сам не знаю. Странно это все. Ками о них вообще не упоминала. Рю, я поняла. Он наврал нам о бананах. Вполне возможно, но... Смысл ему врать, что он видел бананы на месте преступления? А вдруг он не врет? Тогда я не знаю. Может быть, он их с чем-то перепутал? В этом случае возникло явное противоречие. Думай, голова, думай. Если моя подзащитная невиновна, то его слова не соответствуют действительности. Но это значит, что он лжет, и нам надо вывести его на чистую воду. Да, именно. Мы точно знакомы. Эх, если бы я еще помнил, кто она такая. Рю, что такое? Плюс чат, если когда-нибудь врал о банане. Пацаны, ставьте плюсы, кто врал о своем банане. Давайте. Так, а я могу сейчас ему, блядь, сказать objection? Это был не банан, это была перчатка. Блядь, я туда нажал, сука.
Objection, это был не банан, это была желтая перчатка. Слепой ты. Свидетель, вот... Он слепой. Так вот, чьи это были очки. Свидетель, вот эти бананы, которые вы видели. Они находятся у меня. Ну, так ты тоже о них знаешь. Предупреждаю, меня бананами на откровение не спровоцируешь. Ошибаешься. О, господи Хросё, но это же... Разве это не та бейсбольная перчатка? А что? Перчатка? Какая она аппетитная, правда? Ням-ням. Сейчас, извините, ну как бы... Она такая же аппетитная, как Пусси Даши Дэдис. Я надеюсь, Даша тут. Она с этого кринжанет. Какая она аппетитная, правда? Ням-ням. Ну, это... Ваша честь. Перчатка однозначно указывает на то, что свидетель... Слепошарый, блять! Господин Марахея, скажите, а какое у вас зрение? Но что это еще за вопросы? Ваша честь, любой человек может принять перчатку за бананы. Нет, это исключено. Протест отклонен. Ах ты, ах ты! Да ты ничем не отличаешься от них! Те, кто устраивал гонения на Галилео-Галилея, твои закостенелые догмы. Да, мы выяснили, что это была перчатка, но с большой вероятностью это могут и две бананы! Ну, вот поэтому я спросил о состоянии вашего зрения. Оба глаза по 0-1. По-твоему, это мало, да? Скажите, почему вы сегодня не в очках? Я их просто недавно потерял. Я как раз подумал заказать себе новую пару. Смотря адвоката Фероплю, хочется прошлого унижения в Zero Escape. Ох, а неизвестно, вторую часть еще переводят или решили не переводить дальше? Ну, ребята, с которыми я общалась, скорее всего, прекратили, потому что там заморочки. Вообще, да, я поиграла бы в Монопуму, блядь, в Zero Escape. Спасибо, Монопуму, за донат. Но, понимаете, я ношу элитные очки, поэтому... А в день преступления? В день убийства были в очках? Свидетель, чё вы молчите? Ты ничем не отличаешься от них. Те, кто козел Роляску. Да ты заебёшь, блядь. То есть в тот момент вы были без очков. В таком случае, свидетель не способен доказать, что девушка, которую он видел на месте преступления, является моей подзащитной. Но ведь высота той дорожки не превышает и 3 метра. Свидетель вполне мог разглядеть лицо стоящего наверху человека. Свидетель, пожалуйста, упоминайте обо всех сопутствующих деталях. Все-таки на кону стоит судьба человека. Хорошо. Тогда можете продолжать давать показания. Расскажите, что случилось после того, как вы увидели убийство? Кого там на костре сожгли, он проселись? Ну да, 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 у нас же только сели сжигали на костре, да? Что было дальше? Когда девушка на верхней дорожке поняла, что я ее видела, она тут же сбежала. После чего я немедленно вызвал полицию и сообщил об убийстве. Когда я им звонил, было без 15:07. Полиция примчалась буквально через 10 минут. Видимо, это обработают одни бездельники. Получается, женщина, завидев вас, сразу же сбежала. Да, все верно. Даже те, кто обделен моим блестящим умом, способны понять, что... его убила подсудимая. Опять Гандам что-то с часами напиздел, не дай бог. У меня аж изжога началась, девочки. Защита, можете приступать к перекрестному допросу. Я тебе сейчас, блядь, такой допрос устрою, а? Давай еще, блядь, скажи, что ты не мог быть в виноградном доме. Ага, собака. Когда им звонил, было без 15:07.
Протестую, блядь. Господин Маракеев, взгляните, пожалуйста, вот сюда. Это же протокол скрытия потерпевшего. Согласно нему, смерть наступила 18:28. Да? И что с того? А с того, значит, вы говорите, что вы сразу вызвали полицию, как он упал. Но звонок поступил в полицию. Ты хороший мальчик. Ты хороший мальчик. О, любимые адвокаты вернулись. Абди не дотрогает Джорд. Хорошего стрима. Блин, этот голос у звучки такой странный. А Эджварда нет. Эджвард Джон ушел с прокуратуры. Вот. Спасибо большое, Миракл Ким, за донат. Спасибо. Значит, вы говорите, что это... Вы сразу позвонили, как нашли труп. Ну, вообще-то, как бы, он умер в 18:28, а звонок поступил без 15:07. Спустя 15 минут после происшествия. Скажите, чем же вы занимались все это время? На глазах свидетеля произошло жуткое убийство. Естественно, его это шокировало. Поэтому нет ничего странного в том, что он немного замешкался. Так, блядь. Заюш, немного замешкался на 15 минут? Господин Барахея. Да. Объясните, чем вы занимались эти 15 минут? Да что тут объяснять? Так, давай, отвечай на свой поставленный вопрос, ёколомане. Я... это... телефон. Ну? Эй, я искал таксофон. Таксофон. О, что, нет мобильного телефона? Как же вы меня оба достали своим валом вопросов, кем вы себя возомнили? Свидетель! Я его потерял. Доволен? Опять Гандам накосячил с временем. Да. Каждый раз одно и то же. Ей-богу. Спасибо большое, твой тюленчик, за донат. Вы потеряли свой мобильный? Какой ужас. Сначала вы потеряли очки, а потом телефон. Судя по всему, вы достаточно рассеянный человек. Что? По-вашему, люди из высших слоев общества не теряют вещи, да? Разве вы не слышали, что... Ай, как он доебал. Хватит. Стоп, он потерял мобильный. Рю, помнишь тот мобильный телефон? Может, это он? Тот, который нашла Ками? Не может быть! Я этого даже не мог предвидеть. Как мне поступить? Господин Марахия, где сейчас находится ваш телефон? С чего бы ты вдруг так заволновался? Я его в итоге нашел. Вот он. А, вижу. Надо же, он его все-таки нашел. Но я думала, что это его телефон. Тогда понятно. В момент убийства у свидетеля не было при себе телефона, так как он его потерял. Все это время он попросту искал таксофон. Да, вот именно. Думаю, на этом вопрос закрыт. Защита, у вас еще остались вопросы? Да, у меня еще осталось много вопросов. Ваша честь, свидетель сам себе противоречит. Ему не требовалось искать таксофон. Почему это? Вы можете подкрепить ваши слова доказательствами. Конечно же могу. Надеюсь, она достаточно весомая. Хорошо. Предъявите суду доказательство того, что свидетелю не нужно было искать таксофон. И сейчас я вам отвечаю. Там просто абсолютно рядом таксофон. Вау! Я такая джиниус. Я и сам не сразу догадался. Пожалуйста, взгляните сюда. Ну ведь это снимок места преступления. Что с ним не так? С ним-то как раз все, ну, в порядке. Но если вы, взглянув на него, не заметили ничего особенного, то вам пора наведаться к окулисту. Нет! Это же таксофон.
Именно. Телефонная будка находилась в 3 шагах от свидетеля. Ара-ара. Гандам со временем сцепились в драке. Каждые выходные одно и то же. У нас теперь каждый стрим будет разборки Гандама со временем, ей-богу. Марахия, что за имя вообще? Спасибо, Диос Мио, за донат. Кто здесь хороший мальчик? Ты хороший мальчик. Таксофон искал, который перед глазами его был. Серьезно, что ли? Да? Ну, он же слепой, чё. Сейчас... Ой, господи, сейчас точно, сейчас еще будет вот эта отмазка идиотская. Спасибо большое, Миркл Ким, за донат. Господин Мархия, почему же вы им не воспользовались? Требую порядка в зале суда. Ну, подумаешь, он не сразу позвонил в полицию. От этого ничего не меняется. Свидетель не может объяснить, чем он занимался эти 15 минут. Вам не кажется это странным? Не могу не согласиться. Свидетель, как вы можете это прокомментировать? Рю, это точно его мобильный? Скорее всего, он убил Зака, чтобы вернуть его. Но ведь Ками и так собиралась отдать ему мобильный, поэтому незачем было убивать Зака. Мало того, телефон, который она нашла, сейчас находится у нас. Раз ему не нужен был телефон, то что же он тогда искал? Да, что? Защита. А? Что вы думаете о всей этой ситуации? Да идиотизм, блядь. Сауара сина икими уаша уинана. Боку аяри чин бичина асюдая. Савара сина кими вашо джунано. Боку ваяри чин бичина осудаю. Ага, сецунара на ее. Спасибо, Руфиджи, за донат. Можете объяснить, что делал свидетель на протяжении этих 15 минут? Этому есть лишь одно объяснение. Хорошо, давайте его заслушаем. Но должен вас предупредить. Если оно окажется достаточно весомым, я вам вынесу предупреждение. Хорошо, подумайте, прежде чем отвечать. Я понял, ваша честь. Блин, надо было сказать, что у меня осталось несколько предположений. Пожалуйста, покажите суду улику, способную пояснить следующие обстоятельства. Почему свидетель вызвал полицию спустя 15 минут? Он телефон, наверное, искал. Нет, не это. Значит, номера. Он имя писал, наверное. Блять, тоже не оно, но ёкаламэнэ, все-таки. Так. И не оно? А почему? Очки искал? Господи, господин Марахия. Ну что такое? У меня чуть сердце не выскочило из груди. Это же ваши очки, да? Но где? Где ты их нашел? Что это мало-мало, но не так хватит на Саварамаламу. Ю-ху! Йо, я просто хочу послушать, как озвучится донат. Ну, вот так. Спасибо за донат, Ромчай, спасибо. Я надеюсь, все в зале слышали слова свидетеля. Он признал, что эти очки принадлежат ему. Что касается вашего вопроса, господин Марахей, то я на него с радостью отвечу. По моему Гандам просто шифруется и пытается выжить хотя бы в этой вселенной. Ну, в этой вселенной он выживет, просто в тюрьму попадет. Все под контролем. Спасибо, голый мужик, за донат. Эти очки были найдены под телом потерпевшего. Под его телом? Я требую тишины в зале суда.
Подождите! Я ни в чем не признавался! Ага, ну да, пизди больше. Ваша честь, я думаю, здесь все предельно очевидно. Когда за Канозу начал падать, он схватил очки убийцы. Убийца понимал, что ему во что бы то ни стало, надо их найти. Но он так и не догадался, что очки находились под телом потерпевшего. Вот почему он вызвал полицию спустя 15 минут. А, стоп, да, в этой вселенной же смертная казнь. Да, неловко вышло. О, защита, неужели вы обвиняете свидетелей в убийстве за Канодзу? Именно, ваша честь. Я не ошибся. Это он убийца. Рю, так ты все понял? Более-менее. Мы не ошиблись. Этот мобильный играет решающую роль. Пришла пора подвести жирную черту под этим делом. И я это сделаю одним махом. Да, наконец-то ты стал прежним. Ко мне постепенно начинает возвращаться память. Все складывается в мою пользу. Развязка уже близко. Осталось не наломать дров. Ну что, была не была? Порядок, порядок. Ваша честь, защита проявляет вопиющее неуважение к суду. Он обвинил свидетелей в убийстве, не имея на то никаких оснований. Да, я не убийца. Этот адвокат не только простолюдин, но и аферист. Хорошо. Хорошо, Заюш. Давай, да, давай мы посмотрим на эту ситуацию под другим углом. Охуела ты, ебаная. Вы можете доказать, что вы тут не причастны к преступлению, а? А, ну, это запросто. Вот, например, имя, которое написал потерпевший. Это что, что-то от Nintendo? А еще я тащусь потому, как он стучит по трибуне. Вау. Да, 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 да. Так, адвокатский АСМР. Спасибо, Ромчай, за донат. Спасибо. А, вы имеете в виду имя Ками? Ну да, там же черным по белому написано. Но мы выяснили, что потерпевший не мог его написать, Заюш. Посудивую зовут К-А-М-М и... Кроме того, потерпевший был левшой. Получается, чтобы обратить подозрение на подсудимую, убийца правой рукой потерпевшую написал ее имя на песке. Адвокат! Я не убивал. Убийца сворвал мои очки и положил под тело потерпевшего, и телефон мой выкинул. И вообще он меня притащил в тот парк. Ну, ты уже ничего не докажешь, Танака. Уже все. Гандам Ганган попался. Спасибо за донат, спасибо, Мираклки. Крё! Ваша честь, прошу честь, ебал я вас и вашу честь. Спасибо за донат, Светочка. Но разве убийцы и подсудимые не должны быть знакомы? В противном случае, откуда ему известно, как ее зовут? Хороший вопрос. Судить никогда прежде не встречался с госпожей Бидацу. Блин, точно. Мог ли он узнать ее имя до всех этих событий? Да! Мне надо доказать суду, что свидетель знал имя подсудимой Ками до момента убийства. Защита, будьте добры, подкрепите ваши слова доказательствами. Откуда свидетелю известно имя подсудимой? Свидетель в день преступления. У вас не было при себе телефона, верно? Ну, не было, и что с того? Что же вы стали делать, когда обнаружили пропажу? Делать? Разве вы не попытались дозвониться на свой мобильный? Откуда ты знаешь? Ваша честь, данный вопрос никак не коса... Протест отклонен. Ебало завали. Защита, к чему вы ведете? Неужели вы хотите сказать, что телефон свидетеля имеет прямое отношение к убийству? Да, ваша честь. Вот Гандам, конечно. Не учится на своих ошибках. С временем проебался. Совсем проебался. Каждый день одно и то же, ой богу. Спасибо большое, Мешок. Да, ваша честь. В день убийства Ками Бидацу подобрала в парке мобильный телефон. Но вскоре... Ей позвонил владелец телефона.
короче, флешбеки, что он ответил, и там она услышала имя, да. И он услышал, что там одна М. Именно тогда вы узнали, что ее зовут Камми. Это... О. Ну, вы серьезно просчитались. Просчитались? Мою клиентку зовут Камми, но на земле было написано Камми. Такую ошибку можно допустить. Только если ее имя произнесли вслух. Это не я, оно само. Очки сами как-то попали под тело, слетели с носа и решили пожамкать труп снизу. Телефон взял и тоже куда-то убежал. Я не виноват. Ой, не заливай нам тут, Гандам Ганган. Не надо нам тут рассказывать. Спасибо за донат. Порядок, порядок. Подождите, у свидетеля не было оснований так действовать. О чем? Все просто. Совершая убийство, человек всегда руководствуется некими соображениями. Но у свидетеля не было мотива. Точно, у меня не было мотива. Защита? Да. Вы можете объяснить, зачем свидетель убил потерпевшего? Ну, ваша честь, вообще на изичах. Рю, а ты точно уверен? Если я отвечу нет, судья тут же закроет заседание. Но ведь... Будьте добры, предоставьте суду улику, указывающую на мотив преступника. Господин Марахея мотивировался вот этим. Что это? Список? Номера в этом списке хранились в памяти мобильного телефона, который нашла подсудимая. Блин, вот эта музыка на фоне... Она просто убивает, она делает суд еще более безумным. Мы выяснили, что владельцы этих номеров состоят в одной группировке. Ты их всех пробил. А как же? И все они находили записные книжки вот этого телефона. И все они относились к одной и той же группировке, состоящей из боевых хомяков. Все эти люди, не люди, а хомяки, члены одной группы мошенников. Чего? Группы мошенников? Господин Марахия, почему в вашем телефоне находились номера аферистов? Да это же вторжение в частную жизнь. Копание в чужом телефоне, это даже хуже, чем убийство. Ты ничем не отличаешь... Ой, все началось опять. Меня это не волнует. Отвечайте, что эти номера делали в вашем телефоне? Ты совершенно не способен понять, что чувствует элита. Ваша честь, это просто беспрецедентное давление на свидетеля. Протест отклонен. Господин Харасё, объясните, что происходит? Почему в телефоне свидетеля хранились номера мошеннической группировки? А разве это не очевидно? Они находились там, потому что свидетель. Свидетель состоит в этой преступной группировке. В телефоне хранятся номера ваших сообщников. Если бы он попал в чужие руки, вам настал бы конец. Вот почему вы убили Зака Анодзу. Я больше не могу. У свидетеля есть хомяки, так что очки ему были не нужны. Они услышали убийцу из шумоизолированной будки телефона автомата. Да. У него не одна пара ушей, а целых пять. Все правильно. Не пришьете. Поздно, Ромчай, поздно. Спасибо большое за донат, Ромчай и Мари Мороз. Действительно, все сходится. Господин Мурахия, как вы это прокомментируете? Твоя песенка спета. Я этого полицейского не... Ваша честь. Что такое? На моего свидетеля оказывается беспрецедентное давление. Вы это уже говорили пару минут назад. Пожалуйста, вспомните содержание того телефонного разговора.
Алло, здравствуйте, я владелец. Давайте встретимся. Мадзудимая была готова вернуть мобильный. Свидетель оставил встретиться с ней и забрать свой телефон. Спрашивается, зачем ему нужно было его убивать? Действительно, защита, у вас есть возражения? На первый взгляд все сходится, но... В таком случае надо думать нестандартно. Точно, надо повернуть ход мысли в другое русло. Может, Марахея, придя на место встречи, почувствовал некую опасность? Защита, вы расслышали мой вопрос? Да, ваша честь. Возможно, свидетель не мог прийти на встречу. Но ведь он согласился встретиться с подсудимой за брать у нее телефон. Скорее всего, когда он пришел на место встречи, он увидел нечто, что вызвало у него опасения. В другом случае, скажите, чего мог испугаться свидетель? И чего мог испугаться-то? Что там много народу? Что это полицейский? Да господи. Ну не ейт. Я так больше не буду. Ну все, все. Надо было раньше. Свидетель испугался этого. Господин Мурахия, защита права? Судя по его лицу, он не особо испугался. Я ошибся. А чё он испугался-то? Ну то, что он меня обнял, испугался. Свидетель испугался потерпевшего. Заканодзу. Потерпевший пошел на свидание сразу после окончания своей смены. Поэтому на нем была полицейская форма. Ну. Он не знал, что они встречаются, и поэтому занервничал. Он побоялся, что полицейский начнет задавать ему неудобные вопросы. Если я покажусь ему подозрительным, он может полезть проверять мой телефон. Он вполне мог решить, что они проверили все его контакты. Получается, он запаниковал, да? Именно. Он убил сержанта Анодзу из-за полицейской формы. Господин Мадзу, у вас есть возражения? Я пока еще думаю... Похоже, мы нашли ответы на все вопросы. Свидетель, Элиот Марахея. Ой, началось утро в деревне. Блядь, что? Надо же, ты хоть и простой людин, но голова твоя работает неплохо. Ну а чё, он сам виноват. По факту, по факту. Спасибо, Ромчей, за донат. Что в этом такого смешного? Доказательства, где твои доказательства? Какой же он... Вы все прямо зациклены на этом несчастном мобильном! Эля, а ты проходила последний эпизод Салыфача? Он уже довольно давно вышел. Спрашиваю, вдруг я стрим пропустила? Да я тогда же проходила практически, когда он вышел. Только на Твиче исключительно, поэтому записи не осталось. Спасибо большое, Нилам Рос, за донат. Вы все прямо зациклены на этом несчастном мобильном. Смотрите, в нем находятся номера мошенников. Но кто тебе сказал, что это мой телефон? Где доказательства? Вы хотите, чтобы я предъявил доказательства? Я же тебе говорил, я свой телефон в итоге нашел. Но я понятия не имею, чей телефон ты держишь в руке. Но это точно не мой мобильник, болван. Что? Как же приятно наблюдать за твоей гримасой. Действительно, возникает неувязка. Чей-то мобильный телефон. Я не могу принять его в качестве доказательства, не знаю, кому он принадлежит. Подождите! Не верю своим ушам. Нет, я не допущу такой поворот. Мобильный телефон. Скорее всего, я что-то упустил из виду. Возможно, надо проверить.
этом телефоне хранятся номера членов мошеннической группы. Ваша честь, гляньте на них. Ну что ты делаешь? Нам надо выяснить, чей это мобильный. Кому сдались эти телефонные контакты? Да вообще... Да господи. Видите, прав, я вынужден отклонить доводы защиты. Черт, Марахия снова ведет себя, как ни в чем не бывало. Отпечатки. Понял, надо проверить отпечатки пальцев. Отпечатки пальцев? Да, ваша честь, на нем наверняка обнаружатся отпечатки пальцев свидетеля. Рю, ты что, забыл? Когда Ками отдавала телефон, ты зачем-то решил его протереть. Чё я решил? Ты сказал, что он весь в грязи и песке, после чего ты стал его вытирать. Потирать? Я? Ты его протер где только можно. Как забавно наблюдать за простолюдинами и их жалкими потугами. Не, к чему я к нему опять вернул самообладание? Сколько же мне повторять? Широкий ганг-ганг-гангом идет. Не могу вставить ссылку на фотку, но просто введите Ричард Веллингтон и поймёте. И кстати, English имя Гангана это одновременно и полное имя Гамшу в Инглише. Дикробной Ричард. А типа, подождите, этого персонажа в английском варианте зовут Дик? Вот этого. О чем он? Я тоже хочу. Чтоб тебя так же плющило. Спасибо за тром-чай. Спасибо большое, тарелка пельмешей. Подождите, его зовут... Дик? Его имя Дик? Секундочку. Он именно Ричард? А, Гамшу зовут Дик. А он именно Ричард Веллингтон. Ну да, да, Ричард Веллингтон. Так, в каком месте он, Ричард? Я вас умоляю. Ну да, Гамшу, Ричард и Дик это... Ну, кстати, мой ровесник. На Википедии Эйса Торни Вики написано, что он рожден... В 95-96. Такой молодой, а уже такая сучара вообще. Сколько же мне повторять, мой мобильный находится у меня. Вот, видишь? Кстати, проверить в нем номера уже не получится. Произошел какой-то сбой, и записной книжки исчезли все контакты. Черт, он специально стер, чтобы избавиться от улик. Господин Марахия. Что это? Судя по твоему голосу, ты все еще на что-то надеешься. Скажите, где именно вы нашли свой мобильный телефон? Господи, да ёб твою мать! Какой же ты дубоголовый, ты же ничего не помнишь! Че? Неужели я вспомнил? Блин, ну как же он здесь красив, да, ребят? Вы просто... Наконец-то его нашел. Бабах. Так вот, когда он его... Что случилось, адвокат? Чего это ты на меня уставился? Рю, победа почти в наших руках. Но если ты ничего не сделаешь, он выйдет сухим из воды. Понимаю. Я даже не сомневаюсь, это его телефон. Но как мне это доказать суду? А нельзя позвонить в обратную? Защита, если вы не сможете доказать, кому принадлежит мобильный, ваше обвинение не будет иметь никакой силы.
Судя по всему, вы остановились шаги от развязки. Ну а чё? Меня так даже перед сессией и после пьянок не плющит. Я не хочу, чтобы меня так плющило, ей-богу. Спасибо, Ромчай, за донат. Вы у нас становитесь папиком стрима. Где же я ошибся? Вполне ожидаемо, ты же вшивый адвокат. Ты совершил одну ошибку. Кто ты такой? Ты ведь и сам этого не понимаешь. Кто я такой? Что же, допрос свидетеля подошел к концу. В таком случае я вынужден с вами попрощаться. Мне тут назначена встреча в одном элитном ресторане. Спасибо, что согласились прийти в суд. Приятного вам аппетита. Что же мне делать? Неужели ему это сойдет с рук? Блядь. Ваша честь. Так, стопы. Вот так, Рю. Думаю, я смогу это доказать. Сможете? Что именно? Все! Ваша честь, допрос уже закончился. Защита сейчас в очередной раз начнет цепляться к свидетелю по всяким мелочам. Защита, будьте добры, не цепляйтесь к свидетелю. Слышал, адвокат, не цепляйся ко мне. Ваша честь, прошу вас. Ну ладно, это ваш последний шанс. Разрешаю вам предъявить суду одну улику. Так, сейчас дайте я сохранюсь на всякий. Все деньги здесь оставлю. Да пофиг. Добиваю эту рыбу. Сейчас добьем. Спасибо большое, Ромчай, за еще один донатик. Это мой последний шанс. Если вы не сможете доказать все, заседание будет закрыто, а ваш клиент признан виновным. Вы меня поняли? Да, ваша честь. Ваша честь, напоминаю вам, что перекрестный допрос свидетеля окончен. Обвинение, вы чем меня слушали? Я сказал, что защита может предоставить суду только одну улику. Да. Итак, господин Харасё, это ваша последняя возможность. Сейчас все зависит только от меня. Подавите сюда улику, способную разоблачить настоящего убийцу. Блять, а что за улика-то? Улика — это мой номер телефона, да? Или нет? Ну, по идее, мы все задействовали, кроме моего номера. О, спасибо. Вот, возьмите мою. Ой, какой же судьба, долбоёб. Я не могу. Не знаю. Не, ну, конечно, судья долбоёб, но я уже успела его за первую часть полюбить искренне. Если сделаю другого судью, я расстроюсь. О, погодите, сейчас не время меняться визитными карточками. Ваша честь, на этой визитной карточке указана одна важная деталь, а именно... Взгляните на обратную сторону карточки. Там же указан номер твоего мобильного, но... Вот именно, ты можешь набрать мой номер. Что, прямо сейчас? Во время заседания суда? Просто набери его, ты все поймешь. Ладно, раз ты так настаиваешь. Защита, что вы хотите этим продемонстрировать? Мы сейчас позвоним на мой мобильный телефон, и после этого вам все станет ясно. Это же вздор! Какой музон-то качающий вообще. Я сначала, знаете, была уверена, что пойдет из Жожи. Начинал, знаете, вот прям как второй опенинг Жожи. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту.
Как такое может быть? Почему звонит мой телефон? Откуда на нём взялся этот нелепый рингтон? Господин Марахия. Как интересно, да? Мне казалось, что сейчас должен был зазвонить мой телефон! Твой! Этого не может быть! Кстати, спасибо, что ударили меня по голове этим утром. Я вижу, до вас наконец-то дошло, что вы натворили. В тот момент вы по ошибке забрали мой телефон! Так вот что произошло. На вас напал Марахея. Вся его жизнь крутится вокруг собственного эго-имиджа. Желание вскрыть свое участие в мошеннической группировке перевесило в нем инстинкт самосохранения. Получается, вы держите в руках телефон. Конечно, это мобильный телефон Марахеи. Ну, к слову говоря, обвинение, как он там себя чувствует? С ним все в порядке. Его уже арестовали. Хорошо. И теперь Фениксу придется заново восстанавливать все свои контакты LUL. Да-да-да, учитывая то, что он нихера не помнит. Отлично вообще. Спасибо за бить, Китяра. Хорошо, в таком случае пришла пора огласить приговор. Суд постановляет гражданка Ками Бидацу. Блять, гражданка Ками Бидацу наказана! Извините, пожалуйста. Невиновна она, невиновна. Судебное заседание объявляется закрытым. Восьмое сентября, 14:16, окружной суд, зал ожидания номер один. Я даже не сомневалась, что вы придете в себя. Знаете, меня очень тронуло ваше отношение ко мне. Большое вам спасибо. Мне так жалко Зака. Он никому не сделал ничего плохого. Это все из-за меня. А? Вся моя жизнь — это одна сплошная неудача. Все настолько плохо? Когда мне было всего 6 месяцев, я выпала из окна 9-го этажа нашей квартиры. До тех пор что только со мной не случалось. Меня сбивали машины, я травилась всякой едой, проваливала все экзамены, на меня обрушивались любые несчастья. Мне даже ни разу не сыграла в ничью в камень-ножницы-бумага. Моя жизнь словно одна сплошная черная полоса. Это все очень печально. В школе ко мне прицепилась кличка богини несчастья. А в полицейской академии меня прозвали госпожой неудачей. Ужас. Мало того, мое невезение также затрагивает окружающих людей. Это что, антинаки-то? В смысле? Когда я вижу человека, попавшего в беду, я стараюсь ему помочь. Ты ведь уже об этом рассказывала. Вот как, например, недавно. Одна старушка на улице все никак не смогла перейти дорогу. И я взяла ее за руку и оглянуться не успела, как мы оказались у меня дома за ужином. Я уверена, Зака не стала из-за меня. Неправда? Та перчатка не несла никакого скрытого смысла. Я просто хотела поблагодарить его за то, что он подменил меня в одну из ночных смен. Это все из-за меня! Гибель Зака, проблемы с вашей головой! с ней, вообще-то не так все и плохо пока. Все, с этого момента я начинаю строить новую жизнь. И когда мы встретимся в следующий раз, моя жизнь будет наполнена целым морем везения. Богиня несчастья — это всего лишь глупое прозвище. Точно, обещаю вам, когда вы встретитесь в следующий раз, мой уровень невезения снизится до дамы несчастья. Правильно! Что же, господин Харасё, Майя, мне надо идти. Хорошо, удачи тебе.
Вы тоже берегите... Play of the game. Сейчас должно быть. I've got you in my sight. Вообще просто минус 5 нахуй. Скилл. Аж бужба. Че у всех тут траблы с деньгами? Так а чё? Конец года, коронавирус. Чё без траблов-то? Ой. Спасибо большое, Нео Кота, за огромнейший донат. Спасибо тебе большое, Зайка, за 2000. Я узнала, что ты не тот кот, о котором я думал. Я-то думал, это кот, который Лёха. А это другой, оказывается. Но в любом случае, спасибо большое. Я очень-очень признательна. Спасибо. Спасибо, Нео Кота. Так, микрофон. Вы тоже берегите себя. Пока! А, ну и Нео Кота становится у нас папиком стрима. Бьякуй на донате за 3000, Руфеджи. Нет, тарелка пельмешей. За стрим по ромпе мы не соберем еще 20 тысяч. На ромпе еще не очень хорошо донатит. Фух, ну и денек выдался. Ко мне вернулась память, но местами она еще не совсем четкая. Главное, что с тобой все в порядке. Ну и заставил же ты меня поволноваться. Ну ладно, поехали уже в бюро. А, похоже, без этого вопроса не обойтись. Я понимаю, это прозвучит несколько странно, но... Ты кто? Что? Ты же сказал, что все вспомнил. Ну, как все. И в этот момент я действительно все вспомнил. Инспектор Итанока. Сперва в ряде дел мы были по разные стороны баррикад. Но впоследствии между нами завязалась дружба. Блять, он сейчас вспомнит эту Бузю! Он сейчас вспомнит! Судья, он приятный пожилой человек, который легко поддается чужому влиянию. Но, несмотря на это, он всегда выносит справедливый приговор. С этим человеком я не знаком. Хотя он меня вроде знает. Может, он меня с кем-то перепутал? А это... Майя? А, ты меня узнал? Это Майя Асата, моя ассистентка. У меня с ней связано столько незабываемых воспоминаний. Например... Рюити, что с тобой? Ты с меня глаз не сводишь? Неужели ты успел соскучиться? А, наверное, да. Такое ощущение, что я тебя не видел целую вечность. Разве? Ну, теперь все позади. Надо двигаться вперед. Да, действительно. Марахея стерла из моего телефона все контакты. Ах, все придется начинать сначала. Эй, Ирю, пора бы уже заправиться Роменом. Погнали в нашу любимую закусочную. Ладно, ладно. А ведь снова работать вместе мы стали совсем лишь недавно. А... Он не вспомнил Эджи Пусю? Наше воссоединение произошло 2 месяца назад, в один дождливый день. Конец. А где Эджи Пуся? Он не вспомнил Эджи Пусю? Да чё, слабо, просто, блядь, убейте эту тварь нахуй! Сука, блядь, блядь! Мразь! Ебучий бьякуй, он меня бесит! Долбоёб! Тупой ты кусок говна! Пиздец! Блядь, блядь! Какой соси, тварь! Если б я была бы в этой школе, я б его ёбнул! Чё он о себе возомнил? Тварь! Фу, блядь! Хуесос! Здорово, чмо! Уходишь? Ну и пиздуй! Такая тварь, я даже с тобой разговаривать не буду! Да пошел ты нахуй! Он такая мразь, просто гандон! Конченый! Кажется, у бьякуй очень маленький. Член. Ты абсолютно хуйло. Господи, какая же ты мразота, тупая пизда. Блядь, какой же ухудший, я не могу. Ладно, наебат не получилось, вскрываюсь. Вены, у коты Торил бабок нет. Кстати, а ты не думала поиграть в Данганронпа онлайн? Прикольный проект, достаточно ламповый. На Ютубе есть. Вот, кстати, да, я видела, но... Это кто вообще играет... Как к ним попроситься? Типа, это надо с людьми общаться. Я не знаю, куда вообще по поводу игры, и возьмут ли меня, и... Я сусь! С людьми реальными играть. Донат чисто реакция на то, что и Джи не вспомнили LULLULLUL. Да-да-да, да, Тиарочка.
Спасибо за битики. Вот, короче, да, я бы хотела поиграть, но... Там уже какой-то просто... Смотрите, кто шарит? Спасибо большое еще раз. Легион Not Black уже за донат. Спасибо большое за огромный вклад вообще на хату. Спасибо. Вообще, там как? Можно просто скачать и со своими друзьями? Или там уже есть состояние какой-то стак людей, которые играют? Ох уж эти гейские драмы. Ну, это святое дело. Гейские-то драмы, Артемон. Спасибо за донат. Это помойная токсичная яма, лучше не соваться. Ага. Интересно. Короче, если надо искать своих людей, то у нас-то превратится, блядь, в Among Us с подписчиками, где мы будем ненавидеть Дашеньку Пусисон. Вот. А если это стак уже там есть определенный, то... Короче, кто шарит, напишите мне в ВК или киньте там в предложку в группе, что как это вообще делается. Аздаганрон Пэй онлайн. Вот. За что Дашу Эдисон? Я люблю Дашу Эдисон. Даша Эдисон лучшая вообще. Типа... Ну что ж. Блять, я случайно начала следующее дело. Он такой большой. Я могу тебе объяснить, если хочешь, в ВК или Дисе. Давай в ВК, потому что Дисе, я не думаю, что у меня будет сегодня сила в Дисе сидеть. Спасибо за еще один донат Легион от Блэк. Играешь по-крупному, я смотрю. Играешь по-крупному. Спасибо, спасибо. Ну, короче, нормально. Если у меня найдется компания, или я пересилю свою социофобию, то можно попробовать как-нибудь поиграть. Даша поимпостер, да. Даша импостер, это очевидно. Так, ладно. Господи, какая-то авария. Так, я закрою. Так, значит, первое дело мы прошли адвокатов. Сколько там всего дел? Секунду. А я не могу посмотреть, сколько там всего дел. Значит, первое дело мы прошли по сигнам. Сигны я, наверное, завтра-послезавтра скину. Ничего не все дообработала. Вот. Значит, запись будет спустя несколько дней на моем канале втором. Подписывайтесь на второй канал. Завтра приходите, у нас будет Геншин. И всякое такое. Во второй части 4 дела. Я пойду спатеньки. Завтра много дел. Так что спокойной ночи, тарелочка. Доброй ночи. Доброй ночи, голый мужик СПБ. Кого убили-то? Кого убили? Где? Кого? Мужика этого? Мужика и толкнул этот хрен, который Гандам-Ганган. Так, ссылку на второй канал сейчас кину. Блядь, подождите. Так его, да, толкнул этот хрен. И все. Вот, короче, да, все записи стримов у нас на втором канале. У меня уже будильник. В общем, большое спасибо всем, кто у нас сегодня был. Все, мы, да, пройдем. Я с вами прощаюсь до завтра. Приходите на Twitch к нам, на Ромпу. Большое спасибо Legion Not Black за донат. И Ром Чай тоже большое спасибо за донаты. Вообще всем спасибо за донаты. Вот, Данганронпа на неделе. Не переживайте, все будет, все будет. А я с вами прощаюсь. До свидания и до новых встреч.